Маша, тихо, тихо. Она уехала. У меня тоже. Приснится же такое. Знаю, что вы скажете. Александр, ты ведь закончил фидерный сезон. Ну, значит, недозакончил чуть-чуть. Приехал опять сегодня на Тамбовское море. Цель скромная, но важная. Хотя бы половить живца на первый лед. Привет, народ! Я смотрю, мне одному сегодня не спится, да? Мне сегодня первый лед снился. Натуре, привет. Здорово, да. Здорово, Юран. Привет, привет. Крайний сектор занимай. Федя, привет. А ты? Кто первый поймал? Федор. Молоток. Че это есть, видишь, плотва, что ли? Плотвичка, да. Красава. Всех уделает. Причем как поклевку никто не видел. А вот когда он тащил, я заметил. Думаю, что-то как-то неспроста дергает. Вот так вот, Серег. Новичкам везет. Во всяком случае, вот и старшее поколение, да, обрыдывало. Густера, Серег? Да. Я извиняюсь, первый подлещ мой. Все, никому не даем. Хорошенький, глянь, Серёг, тебе прощение. Да. Слушай, а ну так, это? Ну такого на живца не поставишь. У тебя вчера хороший подлин. На, блин. На, забирай. Я вчера... Чё, ты садок разворачиваешь? Так, где мои живцы? Да. Так, меняю на подлеща густеру. Быстро в ведро мне. Хорошо. Че, у тебя клюет тоже? Да, тоже клевал. Благодарю вас, Федор. Ай! Стоять! Серега, а ты густеру не использовал в качестве живца? Нет. Будем пробовать? Да. Вот так и густерчик. Ой. И туда плыть. Опа. Слушай, ну хоть, Серега, это берег стало видно на той стороне. Туман как пришел справа налево, так и ушел туда. О, это мне. Это мой первый рыбь за сегодня. Какой странный рыбь. Это... А что у него плавники красные? Нормальные плавники. Да? Спасибо, Юрий. Этот самый, господи, крючочек-то. На здоровье, Сань. Крючочек вот поменял на поменьше. И первая реализация. Ну, покажи, может, у меня тогда крупный стоит. Это я сейчас, видишь... У Сережи. Ой, слушай, у меня крупнее стоит крючок. Надо менять? Спасибо. Давай. Так не бывает, ты понимаешь? Нет. Живец. Нормально, нормально. Молодец. Саня молодец, он поймал живец. Сошел. Я увидел, сошел. Вот здесь. Вот здесь сошел. Тварь. Сошел. Подлещ? А, да. Подлещ был? Да. Ну, широкий. Может быть, густера крупные, но... Сошел. Перестало клевать совсем. Нет, и пришлось переходить на минимальные крючки. Вот такие, 20 номер. Я даже на такие не ловил никогда. И вот сейчас густерка одна проклевалась.
Че, Серег, самый крупный сегодня? Какой? Один из двух. О, да, да, это самый крупный. Сейчас скоро один там приму. Очень долго стоял, стоял, жевал, натягивал. Наконец. Ну, как легкие такие, ты говоришь, да, тюк, да. Тюк, вынимает. Конь. Смотри, конь, блин. И крючочек вот. Ага, с краешку, да, точно вижу. Вообще мини. Ага. Вот так вот сегодня приходится уговаривать. Кто зачем приехал, Серег? Кто за живцом? Да, сегодня все очень деликатно. Мочи ее, Юрка. Мазила. Окунь, Серег. А у меня без поклевки что-то сидит. Нет, ну это не живец. Это кстати, подлещ, Серег. Да, это сопливый. Поводок вон в соплях весь. Это не густера. Да, подлечь, Серег? Подлечь, да. Помогу. Серег клюет их и ловит. Федор, забираешь рыбу? Конечно. Куда, давай, кину. Ведерочко. Чтоб тебе не пачкаться. Хоп. А ты мне живцов лови, живцов. А ты вообще хоть что-нибудь лови уже. О, шикарный живец. Лишь бы дожил до льда до первого. Опять не попал. Да, здрава. Это Федор. Это Федор, да. Ага, покажи. Все, без крючка я сейчас останусь. А, нет, на месте. Не намочи только рукав. Ну, блин, ты смотри. О, и туда его. Так, вы чё ко мне в ведро тут? Деловые колбасы, блин. Забагрил, что ли, Серёга? Ага, прикинь. Опять за хребет. Как вот Серёг в прошлый раз так же у него был. Ну да. Не все время Серёге багрить. Опа. За верхний плавник. Ну да. Сейчас мы Серегу снимем с другого ракурса. Ничего он не втыкается. Класс. Вот это я выбрал ракурс, да, Юр? Она это воднепроницаемая, нет? Да нет, не совсем воднепроницаемая. Ух ты, плотвище. Правда, заглотила она, а хотя нет, рядышком.
Цель по живцам выполнена на 200%. Ну, погода для ноября, конечно, шикарная. Нет, это густерка. Юра, что плывет-то, я не пойму. Это густерень. Ну, попробуем. Если не сдохнет, попробуем на нее половить. Блин, да окунь такой, посолить хорошо его, да? Ну да. Клипс, вот не знаю, долетит, нет? Эх, Саня, рыбы и пиздичит. Зато когда я ее не вижу, блядь. О, слушай, это живец хороший. Смотри, глубоко заглотил. Крючочек 16-й. Нет, двадцатка. Вот, вообще мизер, я таким не ловил никогда. Нормально. Мне таких нет даже. А вот стояли, смотри, вот такие стояли. Ну понятно, да нет. Тонкие, но все равно на них хуже гораздо клюет. Да, сейчас, Юр. Да, он сдохнет, скорее всего, если он его заглотил. Посмотрим. Хотя нет. Вот этого дотягивай. Да, хороший. А я в прошлый раз одного такого подбагрил, причем куда-то под плавник. Я тащил, думал, там прям лещ большой. Опа, сошла собака. Ладно, счастливо. До свидания. О, Катериныч, привет. Ну, привет, мой хороший. Саш, как раз 40-й он получился. А, по количеству? Да, Катюшка, мелочь. Как я и хотел. Кать, вытаскивай, да поедем. Ты только выматывай побыстрее, потому что там какая-то ерунда цепляется. Да поедем по делам. Все, давай. Угу. О! Все. Да. Голова 100. 160 грамм голова. 160. За 2. 2-100. 2-130. Угу. Отлично, Серега, молодец. У меня мелочи меньше, а подвесчики есть. Да, бобовый. Ага. Серега победитель. 2700. Ну да. Все, давай. Пошли. Плыви туда, дурак, на камеру. Хоба, хоба. Вот сиди сюда. Ну вот, пять подлещей. Ну да, красота. Один я позирует стал. Да, он всех остальных закрыл.
Пошли. Ну куда ты? К берегу. Бестолочи. Давай туда. У Сереги два. Густера откуда взялась? Это Серега что-то выкинул? Да, это я что-то. И чё, к берегу, давай сюда. Так, а ты чё, сдохла, что ли? Да, почти сдохла. Может, отживеть ещё. О! Ну да, благодаря тебе. Серёж, я тебе бартер. Ага, да. Во-первых, твоё возвращаю. Окей, окей. Так, ну тут ещё выбирать и выбирать. Цель достигнута. Сейчас воду. Ой-ой-ой, куда ж ты? Вот такое количество рыбы. Сейчас воду поменяю. Я надеюсь, что выживет большинство из них. Первая моя камера, с которой я канал начинал. Пока, Серег. Давай, давай. Спасибо. Вот это, камеру, это где мы с тобой познакомились, там и ловим, да? Да, да. Давай, удачи, счастливо. Всего, Сань, давай, ну давай, Юран. Увидимся давай. На льду. На льду. Федь. Но главное, чтобы не подо льду. Пока. Спасибо за компанию. Ну вот, теперь вроде я и закрыл фидерный сезон. Всем пока!